Здравствуйте. Сегодня мы проводим предпродажный осмотр двигателя, снятого с автомобиля Hyundai Solaris 2011 года выпуска. Объем 1,4 литра G4 FA. Производим осмотр распредвальных валов. Производим визуальный осмотр двигателя. Дефектов не выявлено. Производим проверку герметичности цилиндров пневмотестером. Герметичность цилиндров в пределах допуска. Производим осмотр стенок цилиндров эндоскопом. Также осматриваем клапаны и поршни. После осмотра двигатель маркирует с термопломбой индикатор перегрева. Перед размещением на склад двигатель законсервирован. При обращении на станцию Евроавто действует расширенная гарантия. Опытные специалисты помогут с подбором двигателя. А квалифицированные механики произведут установку агрегата. Двигатель готов к установке.